Ребят, всем привет! Это очередной влог, и для меня это необычный такой влог. Почему? Сейчас я вам объясню. Все знают, что иногда бывает такая работа, когда нужно играть под минус. На сцене, сольно или с кем-то, с коллективом. И не очень хочется стоять истуканом и просто-напросто ничего не делать. Просто там ногами перебирать, да. Это выглядит очень глупо. Я понимаю, что такую работу не все любят. Я тоже, конечно, не особый любитель, но не хочется, опять повторюсь, выглядеть на сцене дураком, поэтому я решил немножко заморочиться и съездить к своему другу в танцевальную студию и немного узнать его про движения, какие мужские движения вообще, какие парень может делать движения. Иногда просто начинаешь делать какую-то ерунду, и это выглядит очень тупо. Поэтому сейчас поедем у него, узнаем, я попробую что-нибудь изобразить. Сам не знаю, что получится, может быть, это и ничего не буду выкладывать, но посмотрим. Погнали. Вот мы и пришли. Кирилл снова переехал, походу расширился. Сейчас узнаем. Здорово. Добро пожаловать в студию автотанцев. Спасибо. Давайте тебе здесь все покажу. Давай. Собственно, здесь у нас гостевая зона. Раздеваются у нас детки и взрослые здесь. Здесь родители ожидают. Если необходимо, мы включаем видеокамеру в зал, и родители могут наблюдать за своими детьми отсюда. Ничего себе. И непосредственно сам танцевальный зал. У-ху! Сейчас попробуем и посмотрим. Сам на себе испытаю, так сказать. Сейчас накидываем движение, не номер ставим, просто накидываем движение, и я постараюсь это все запомнить. Не знаю, насколько это выйдет. Итак, ковырялочка. Ага. И носок, каблук, носок, каблук, каблук, носок, каблук, носок, каблук. Пипец. Та-ра, там, та-ра, та-та, 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 та-та. И раз, ромашка, три. Здравствуй, дорогая, чё-то я не знаю там совсем. Сними её, пожалуйста. Та-ра, опа, та-та-та-та, та-ра-та-та. Если я так сделаю, вы меня больше со сцены не поднимете. Кирилл, спасибо тебе огромное. Скажи мне такую вещь, вот для чего вообще, нужно ли артистам вообще двигаться на сцене в плане того, что вот даже с аккордеоном, там, без разницы? Конечно, музыка, она предполагает же движение, да. И поэтому... В любую музыку хочется двигаться, а если эта музыка заводная, то хочется двигаться по-заводному. Да. Поэтому я советую, конечно же, танцевать. Да. Ребят, спасибо огромное Кириллу еще раз. Все приходите, очень крутая школа, правда, Кирилл здесь расширился. В общем, приходите к Кирюхе, в школу авторского танца, правда, крутая школа. Он сейчас развивается и расширяется. Я прям очень рад за него. Кирилл, ты красавчик. Вот. Хочу еще сказать, что нам Кирилл ставил танец на свадьбу. Было очень круто. Мы ему благодарны. Во-первых, по ценнику очень гуманно. Во-вторых, очень профессионально. То есть это не тот человек, который показывает тебе движение и говорит, ну все, все там сделаешь. Нет, он показывает,
Понятно, что домашняя работа, как и везде, она должна быть, но все-таки он показывает, и потом все эти движения вы с ним проходите, все очень качественно. Если ты не можешь, там, показывать другие какие-то вещи. То есть, ну, мне очень нравится, на самом деле, не из-за того, что там мы с Кириллом знакомы и дружим, да, а на самом деле, вот как качество, профессиональное качество, да, ну, прям очень круто.